15 суток арестом. Адвокат будет жалобу подавать, вот завтра, сказал, подаст, там посмотрим, может быть, смягчат, может быть, какие-то исправительные, посмотрим еще. Пока неизвестно. Часть? Да, по 8-й части. Ну и плюс еще того, то, что сутки у меня были, там, вчера задержаны, мне, ну, 2 недели, в общем, сидеть там. У тебя до этого была тоже 8-я часть, и были исправительные работы, да, если правильно помню. Да, были, была 8-я, да, также исправительная. Но... 100 часов тебе, да, давали? Да, я их как бы уже отработал, все, но они мне еще пришли, я почему не понял, почему так это, поздно пришли за мной, во-первых, за 13 число 10 месяца. Вот это меня больше всего удивило. И как меня больше еще удивило, вот это, ладно, то, что задержание, то, что они мне вначале сказали, 5-я часть будет, а по факту привезли, мне уже там уже обрадовали на Панькова, что 8-я часть, все. Кто-то меня больше всего. Прорвемся. Держи, Сереж. Сергей один из активистов, который был задержан вчера и был доставлен в спецприемник до суда. Суд назначил ему 15 суток административного ареста, но с учетом того, что он сидел в спецприемнике один день, но будет сидеть 14 дней. Арестовали его за 13 октября за участие в несанкционированном митинге по части 8. Сегодня еще будут суды у Станислава Зимина и Евгении, у которой вчера также прошел суд.